Внимание! В данном видео содержится обилие ненормативной лексики. Алоха! Добро пожаловать в отель Вайкики! Хотите зарегистрироваться? Бен Франклин. Проходите, сэр. У нас легкий завтрак с 7 до 9 в зале Тики. Счастливые часы с 5 до 8 тоже в зале Тики. Майтай 2 по цене одного, пина колада у нас... А что-нибудь попроще? Принести бутылку в ваш номер, мистер Франклин. Чего-нибудь темного. Да, сэр. Катись с Богом, засранец. Часть вторая. Когда святые атакуют. Всем привет, друзья, с вами я, Женек, и мы продолжаем проходить игру Hitman Absolution. И на нас напали эти гребаные святые тёлки, которые хотят нас убить. А мы в замечательном синем халатике, очень красивом, подходящем брутальному и жестокому холоднокровному убийце. Этот халат просто замечательно к лицу. Какое у меня задание-то хоть? Маскировка. Ага, ну, я переоделся в костюм. Ну, хорошо. В халатике, значит, нам ходить больше не придется. Ликвидируйте Дженнифер Пакстон. И не только, нам надо убить еще и... Короче, нам нужно убить двух этих гребаных святых. Окей? Окей. Хизер Маккарти. Сейчас, окей, допустим. Завалил. Сейчас главное спрятаться и все. Хизер Маккарти у нас уже готова. Походу придется маленько поотстреливаться, но на самом деле это не страшно. А вот, ребята, Дженнифер Пакстон ликвидирована. Это было несложно, это было довольно простенько. Ну, конечно, если бы я это делал по стелсу, это было бы пиздец как сложно, но в моем случае проблем не возникло. Найти приемную мотеля. Давайте я сначала замаскируюсь красивенько в вот этого спецназовца, или кто он там. И, я думаю, можно будет уже спокойно идти. Даже слишком. Здесь все чисто. Зря время тратишь. Я не вижу вашего лица. Не делайте этого. Убью его. Вход найден. Ну что ж, приемную найти оказалось не так уж и сложно. Она не так уж была спрятана. Ликвидирует Диану Радончик. Что значит нет ответа? Набери еще раз. Есть, мэм. Вызываю святых группу 1. Святые 1. Отвечайте. Прием.
Ликвидировать огни Юродончик. Короче, это две сестры, которых нужно немножко завалить. Окей, без вопросов. Короче, ребят, я немножко туда-сюда побродил, и у меня возникла вот такая вот замечательная мысль, как ликвидировать этих гребаных сучек. Вот таким вот интересным образом мы сейчас все и сделаем, главное, чтобы меня никто не спалил. Опа! И все. И никто ничего не видел, одна бобень у нас уже готова. Огни и Родончик мы немножко завалили. Вот и все, чуваки. Диана Родончик ликвидирована, меня никто не видел. Я беспалевный просто до охуения. Покиньте мотель. Да не вопрос, чуваки, сейчас мы все сделаем. Чарли, понял тебя? Понял и рад вас слышать. Нам нужна любая помощь. Прикрываю. Выход найден. Да, ну и неудивительно. О, вот это да, это сейчас будет поле, это будет не так уж и просто, по-моему. Хотя, на самом деле, на поле довольно просто прятаться. Так, здесь можно подключить кабель к трубе. Электрический кабель, здесь течет вода. Все это замыкает. И нужно теперь понять только, кто за это что-то схватится. Я понимаю, вот эта вот мадмуазель хватанется за этот кабель и ее убьет. Судя по диким воплям, моя теория все-таки сработала. Луиза Кейн ликвидирована. Мне хоть Луиза, хоть Хуиза, ликвидирую все что угодно. Отлично, эта дурная Жаклин полезла прямо через кусты. Ой, не учили тебя в детстве не ходить незнакомыми тропками. Думаешь, нам это нравится? Оп! Вот, собственно, и все. Никто даже внимания не обратил, потому что это было в кустах, это было беспалево, этого никто не видел. У нас осталась последняя бобень, третья, сейчас будем ликвидировать ее. Я так понимаю, вот эту херню можно свалить, попробуем свалить прямо на эту тёлку. Так, ну что ж, она подходит, ага. Бляха, ты смотри, с первого раза, Лассандра, блядь. Лассандра, ты у нас теперь Лохудра, а не Лассандра. Сдохла, тварь. Ну что ж, это было довольно несложно. Найдите командный пункт. Окей, вот он. Телефончик звонит. Выполните... А я что, не выполнил, что ли, ты хочешь сказать? Ты уже не дел. Святые, отвечайте. Святые, вы слышите меня? Миссия прав... 47-й. Трэвис, я тебе доверял. Тебе поручили задание, а ты предал агентство. Ты унизил меня! Ну что ж, ребята, подошли мы очередное задание, когда святые атакуют. Это было не так уж и сложно, довольно интересное задание. А с вами был я, Женек. Подписывайтесь, комментите, лайкайте. Всем пока.